Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки, опять же с 930 лутом. Я надеюсь на что-нибудь пластенькое. Начнем же. Хоть бы это была какая-нибудь тринка. Колечко с критом очень интересное и очень ненужное. Ключик нижний ярус. Ну да, еще лучше. Короче, на Ларе мне, как всегда, везет. Я это прекрасно понял. Хорошо. Классно. Просто классно. Так, идем дальше на паладина. Почему там, я не знаю, не могло упасть колечко? Ну, там со скоростью, там с вкусностью. А на этом кольце ни одного из этих статов просто нету. Интересно. А вот на паладина сейчас упадет что-то классное. Вчера решил заняться твинками. По приколу вне стрима, думаю, сейчас схожу 4 эпохальных инста на паладине, 4 эпохальных инста на друиде. Что-то упадет, как бы, ну и ладно, и пускай упадет. Угу. На паладина падает кольцо 930 с сокетом, которое на вара было бы идеальным. Кайф. Ага. Она мне нужна, эта тринка? Ну, на самом деле подумаю, нужна ли она мне. Пускай пока лежит. О чем я вообще думал, когда говорил, что хочу навара тринку? Упала бы какая-нибудь аналогичная, еще больше сидел бы орал по поводу этого. А на друида сейчас упадет что-то классное. По-любому. Если, конечно, прогрузится. Так, ну и что там? Так. Какие-то перчаточки интересные. С критом. Ну, похоже, меня решили снабдить большим количеством крита. Я это понял. Угу. То, что я их одену, это... по-любому. Там разбивается сет кусок, и который все равно надо менять. Короче, нужен какой-то плащик достойный. Есть у меня плащик достойный? А, нет. Так что в планах надо лутать плащик. Да. Знаете, было много вскрытий этих сундуков. На самом деле, какие-то были успешные, какие-то были не очень. Но что-то это, по-моему, самое безуспешное. Пойду плакать на Алке. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше. Я вот все, например, дропнул. Берегите ноги. До скорого.